кругом группы людей, собирают, ходят, высматривают, где мусор. Скрупулезно. Здесь ребята он тоже ходят. Ну, везде практически. Велосипедисты открыли сезон. Добрый день, Полтавский тротуар не новины. Знакомые лица с Фейсбука вижу. Все медийные личности. Вы как, собрались просто так или как-то? Мы собрались принести пользу нашему родному городу. Независимо ни под каким флагом, просто друзья собрались. Облагораживаем. Молодцы, спасибо большое. Значит, тем проблемнее находить мусор, говорят здесь уже, да? Добрый день. Здравствуйте. Полтавский тротуар не новины. Тоже по зову сердца, да? Надо помогать. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Полтавский тротуар не новины. По зову сердца пришли? Или кто-то заставил? Нет, по зову. Коллективно. А, вы коллективно? От какой-то организации? Предприятие. А что за предприятие? Тахтауловский колбас. А, Тахтауловских колбас. Молодцы, ребята. Спасибо большое. Добрый день. О, мешок мусора. Два даже. Молодцы, девочки. Полтавские тротуар не новины. А кто вы? Откуда? От какой организации? ЧП Венгровский, Тахтауловский колбас. Ага, бой. Там ребята ходят. Молодцы, ребята. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Полтавский тротуар не новины. Кто вы, откуда, почему здесь? Вышли на уборку. Так, просто так? Не просто так. Нас организовал Венгровский Максим Васильевич. Вот так. Вот даже. Же он. Да, вот же он убирает. В куста. Находим. Раритеты. Оболочь. Понятно. Это самые дальние уголки заходим. Вы просто так организовались? Или? Всеукраинский субботник. Так. Да, день чистоты. Так. Надо... У вас организация какая-то или? Ну, мы вот эта команда, но это не вся. У нас еще девочки где-то гуляют. Это Тахтауловские колбасы. А, видели, да. Сегодня вас здесь достаточно много. Видели, да. Там девочки внизу убирают. Да, и вот это вот как бы такая инициатива. А вы директор, да? Директор. Отлично. Спасибо большое, что вы такой небойдужий. Спасибо вам, всем что вам. Да, тут участвуете в этом. Спасибо. До свидания. Добрый день. Чего? Чего? Вы стесняетесь, да? Все фотографируют нас сегодня. Ну, значит, очаровательно выглядите. Спасибо. Спасибо вам. Так, добрый день. Кто у нас здесь убирает сегодня? Признавайте сразу. О, Михаил Львович, доброе утро. Как дела? Порядок. Кто это помогает здесь у вас? Жалобы поступили, что мало мусора. Мало мусора, да. Я тоже это слышал, Михаил Львович. Вот так. Докучаевские колбасы. Подожди, как они? Вот там ребята ходят. Колбасы какие? Отсюда. Венгровский, Бывонский. Да. Провинция. Провинция. Да. Они все выгребают. Там чисто после них так, что не дай бог. Ага, добрый день, Оксана Антоновна. Ну как же так? Просто так убираете без пиара, без ничего? Есть же многие подозревают, что вы здесь пиаритесь все время. Мы тут відпочиваем, працюем, отримуем задоволення. Просто для себя, для души, да? Ну и хотели бы, чтобы все полтавцы сами ничего. Понятно, спасибо большое. Долго вас искал, я слышал, что вы здесь, но как-то найти не мог. Да, спасибо большое. Доброе утро! Полтавский тротуар не новини. Що скажете хорошого? Старі знайомі, видим. Прийшли? Ну, веселий і знаменитий Екзюпері говорив, встал утром і убери свою планету. Моя бабуся казала, встань вранці, прибери хату, щоб до неї зліталися твої ангели. Так і сьогодні ми...
прийшли в цей чудовий парк для того, щоб прибрати, щоб ці ангели, які у нас є, у кожного з нас також ну, благословили цю землю і цей куточок на гарних людей, на добрі зустрічі і на процвітання. І ще добавлю, що ми тут зібралися в рамках всеукраїнської акції прибирання територій в нашому чудовому полтавському дендропарку. Без піарів, без реклами, без надоїдливих пик політиків, я вибачаю, що так говорю, ані без політичних сторони. Прапорів. Зібралися друзі, які представляють єдиний колектив для того, щоб прибрати нашу територію від побутового сміття і від різного сміття, яке буває. Спасибо большое. Спасибо, що ви такі неравнодушні. Спасибо большое. До свидання. До свидання. До свидання. Понюхаешь?